интересный новый опыт в моей жизни. Я узнал много нового. Фильм был смешной. Фильм, для которого мы должны были эту песню вместе сделать, спеть, записать. Сначала Сергей написал свой вариант. Это было симпатично. Я говорю, ну, знаешь, Сереж, если даже эту песню в кино возьмут, в чем я сильно сомневаюсь, то потом ты ее-то один сможешь петь, а я без тебя боюсь, что никак. Не то чтобы он открыл для меня какие-то вещи, я, конечно, все это знаю и даже использую, но в жизни как-то без этого совсем никак. А ну как это сочетается с музыкой, для меня это никак, я не могу это срастить у себя в голове. В общем, он представил свой вариант, подошел, он говорит, это резон, то, что ты говоришь, давай пиши свой вариант. Я написал, вымучил из себя слово «фигня», необходимое по смыслу для произведения. Сергею понравилась песня, слава богу, вот осталась, и мы ее периодически поем в какой-то своей версии. Я очень благодарен Сергею за то совместное творчество, за то, что он смог как-то на себя надавить, что на свое творческое эго, и умудрился исполнить песню без нецензурной брани. Молодец, я считаю, что это поступок с его стороны. Так что спасибо ему. Песня «Какая-то фигня» под ваши аплодисменты. Какая-то фигня.